А вы знаете, что бюст головы Петра, приготовленный для медного всадника в Санкт-Петербурге, находится в Петрозаводске? Как известно, автор монумента Фальконе не справлялся с изображением головы Петра. И эту работу выполнила его талантливая ученица, скульптор Мария Анкало. Один из ее бюстов находится у нас, в зале Благородного собрания Национального музея Республики Карелия. В зале Благородного собрания вот такой смысловой точкой является этот бюст. Этот бюст является произведением выдающейся фигуристки. Не смущайтесь, дело в том, что в 18 веке скульпторов называли фигуристами от слова «фигура». И вот такую фигуру Петра, именно фигуру, модель, сделала Мария Анна Кало. Она была практически ученицей Матео Фальконе, знаменитого автора «Медного всадника». И говорят, есть устойчивый миф, что во время того, когда он делал «Медного всадника», это была очень сложная работа архитектурно, скульптурная сложная работа, потому что он на трех точках стоит, да? Он мучился с лицом Петра. Мучился с головой Петра, и говорят, что на «Медном всаднике» работа Марии Кало, голова. Особенно вот с этого ракурса видно, что в профиль эта фигура скульптурная удивительно похожа на «Медного всадника». Санкт-петербургские экскурсоводы, я только что оттуда. Вот именно эту версию говорят как о реальной версии, не о том, что это миф, а это, мол, так и есть. Из уст историка все-таки точнее сказать устойчивый миф. Потому что очень много в истории устойчивых мифов, которые перекочевали и в учебники. То есть сначала был этот бюст, а потом «Медный всадник», выходит так? Она сделала... Это же эскиз своеобразный. Она сделала тиражированную модель. У нас их в запасниках несколько, вот таких бюстов. Один с расплюснутым носом. В 18 году рабочий Александровского завода, очевидно, выместил гнев на Романовых, на самодержавие. Мы тоже его храним, и даже он долгое время экспонировался в музее именно АТЗ, преемника Александровского завода, как ценный экспонат с биографией, так скажем. Здесь, конечно, вы видите, Петр изображен в образе такого античного героя, очень узнаваемый лавровый венок. Это тоже триумфальное искусство, искусство триумфа. Конечно, находясь перед таким монументом, человек чувствует величие Петра, его значимость в русской истории. Ну и все-таки я хочу подчеркнуть, что мы считаем это место одним из таких благодарностей Петру Первому, потому что едва ли в России есть город, место, куда Петр приезжал за последние 5 лет 4 раза. Вот именно к нам он приезжал. Да, лечиться приезжал, на Марциальные воды приезжал. Вот все время в январе приезжал и в феврале. Здесь вы видите, конечно, фигуру самого Петра. Это манекен. Здесь примерно такая домашняя одежда Петра. Вот, можно сказать, не парадная, а такой домашний камзол. Вот. Здесь есть очень интересные вещи. По преданию, вот этот стул и подсвечник выточил сам Петр. Говорят, что работа у станка его успокаивала. Здесь есть изображение церкви в Марциальных водах, единственного прижизненного деревянного объекта, сделанного по чертежам самого Петра.
куда он приезжал сюда с Екатериной Первой, лечиться приезжал. Вот. И здесь он написал докторские правила, вот эти знаменитые, как употреблять эту воду и чем запивать, какой водкой, каким вином. Тоже можно расценить как один из вариантов изображения Петра, но автор, конечно, безымянный, неизвестный. Хотя стилизация некоторых устойчивых черт лица Петра, кстати... Это наши карельские мастера делали манекен, лицо. Да, кстати, о кошачьем лике. Ведь во времена Петра, на Петра было очень много сатиры. Лубков, лубок, знаете, и очень часто Петра изображали в виде кота, вот, может быть, используя его характерную внешность усов и щек. Еще один след Петра у нас в Национальном музее, казалось бы, неброский, казалось бы, небольшой вот такой макет памятника. Это неосуществленный. Был конкурс в начале 20 века, и Опекушин, это великий Опекушин, сделал вот такой проект, который мог бы украсить, например, Санкт-Петербург. Вот. Вы знаете, Петр здесь изображен могучим таким мужчиной, да, в военной такой форме. И в его руке, если присмотреться, и карандаш. Здесь вот план Петербурга, да, несколько такая литературность, но очень волевой такой лик, приподнятый подбородок, символ, так сказать, власти, да, и от этого памятника веет решимостью все-таки в таком, ну, сложном месте основать город Санкт-Петербург, да, это надо было только воля Петра, вот это памятник воли Петра. Ну, несмотря на то, что это макет, отливка макета, мы, конечно, ухватились за него, чтобы поставить его в экспозицию, в постоянную экспозицию. Он у нас и представлен. То есть Питер не оценил этот макет? Мы так ведь понимаем? Я думаю, что их было несколько, много. Вот. Вообще, Петру в России 60 памятников. 9 в Санкт-Петербурге. И это, конечно, резонно. Один в Петрозаводске, вот, но очень удачный. А вот макетов, вот таких бюстов можно и в Петрозаводске набрать немало. Почему мы здесь? Почему мы в Музее изобразительных искусств? Потому что здесь есть уникальные две картины, которые характеризуют Петра с удивительного ракурса. Вот перед вами картина шведского художника Августа Толяндера. Я подчеркиваю, шведского, со Швецией Петр все время воевал, который, правда, довольно длительную часть своей жизни жил в Москве, но к 200-летию юбилея Петра он вот написал вот такую уникальную картину, я считаю, которая недооценена во всей вот этой самой, ну, и иконографии Петра Первого. Петр на картинах, в моем понимании, везде разный. Вот меня очень давно волнует этот факт. Петр многолик. Петра пытались писать и при жизни. Петра писали и в 18 веке, и в 19 веке. Петр сегодня раздражитель для творчества и в скульптуре, и в живописи. Но вот эта картина, я считаю, уникальна.
Вы посмотрите, эта картина принимает участие в диспуте о Петре очень рельефно. Кто такой Петр? Западник. Давайте подойдем к картине и посмотрим подробнее, Михаил Леонидович. Безусловно, картина требует исключительно глубокой проработки каждой детали. Вы посмотрите, перед нами типичный западник, да? Потому что европейский... Интеллигентное лицо, да? Одухотворенное. Одухотворенное, очень тонкое. Художник много внимания уделил вот положению рук. Они, видите, обрамлены такими ружевами европейскими, утонченные пальцы. И видно, что не российский художник писал эту работу. Да? Пышная шевелюра, действительно такой одухотворенный взгляд Петра, уверенный. Побрит, смотрите, да. Кончики усов как задраны. Да. То есть, просто кружево, вот эти воланы, ветерок в шарфе. Безусловно, эту живопись часто называют вот подобного рода, где изображен монарх, живописью триумфа. Здесь все говорит о триумфаторе. Хотя, чисто исторически, до триумфа еще далеко. Если он изображен на фоне бухты Амстердама, то это 1697 год. А он изображен? Да. Здесь? Еще... В какой период? Что имеется в виду? Это Великое посольство в Европу, где он... То есть это до Северной войны? Более 2 лет под именем бомбардира Петра Михайлова путешествовал, учился. Конечно, до Северной войны. Безусловно, еще Карл XII не бит, еще Швеция господствует на Балтике, и Балтика – Шведское озеро, как называли тогда. Петр изображен на фоне бухты Амстердама, слева и справа корабли. Петр, как известно, принимал участие в строительстве кораблей, сам знал 16 ремесел. Вот. Но я бы хотел обратить внимание на уникальную вещь, которая находится в левой руке Петра I. Это топор. Вот вы знаете, я не припомню в мировой живописи, чтобы монарх был изображен с топором. А вам не кажется, Михаил Леонидович, что этот топор контрастирует вообще содержание? Потому что содержание человека, который должен держать в руке какой-нибудь бальный платок, перо, то, чтобы записать в альбом. Это же такой человек, а тут топор. Вы знаете, как понимать, с одной стороны, топор и корабли, они как бы увязываются. Весь вопрос в том, я всегда его задавал на уроках, на лекциях. Это топор плотника или палача? Это нам вектор для размышления цены петровских реформ. Цена была очень дорогой. Население России на четверть уменьшилось, вымерло. Просто потому, что непрерывные войны и налоги. Вот. Кстати, историки говорят другое, что оно не вымерло, оно сбежало в карельские леса. Учет, еще раз учет. От налогов. То есть налогоплательщиков стало на 25%. Я думаю, что за времена Петровской эпохи, за Петровскую эпоху население не росло. Это абсолютно. Потому что тягло. Можно о топоре продолжить, да, разговор? Вел подушную подать. До Петра налоги собирали с дыма, со двора. А теперь, значит, подушную подать ввел с каждого человека. Начал с 50 копеек серебром, кончил 2 рублями серебром. Это было... То есть все эти реформы, все эти преобразования требовали очень больших затрат, жертв народа. С другой стороны, может быть, это топор плотника. Вы знаете, я приводил сюда специалистов, интересовался. Конечно, это по форме плотницкий топор. Толяндр не мог. Фоном же строящийся корабль, поэтому, конечно, имеется в виду строительный инструмент. Но я как историк вижу именно так, потому что я знаю, что во время стрелецкого бунта
который последовал, да? Значит, как раз после этой поездки, да, ведь, да? Петр чуть ли не сам, говорят, рубил эти несчастные. Подождите, пишут, что 25 голов он отрубил. Везде, везде цифра разная, но... Или это Александр? Говорят, что голова у него началась... рестись, вот знаменитый Петровский тик, именно после того, как это случилось. Царь-палач или царь-плотник. Вот видите, в этой картине можно увидеть, можно почувствовать. И я думаю, что эта картина принимает участие в вечном диспуте о Петре. Потому что, конечно, лик идеализированный. Конечно, Петр не был таким, по сути дела, таким вот утонченным, таким красивым. Вот, знаете, есть клички Петра, которые ему давали при жизни. Баба, например, у него не росла растительность на лице, и его нелюбовь к бородам во многом объясняется и гормональным расстройством, а не только вестернизацией, попыткой перевести на западный манер. Все можно подать. Вы знаете, том о Петре, который называется «Про и контра», «За и против», вот такой толстый, и там очень много. Ведь Петр – это водораздел. Отношение к Петру – это отношение к истории России. Либо его пришествие было благом, либо несчастьем. Диспут продолжается. И к Петру нельзя быть равнодушным. И эта картина, мне кажется, очень так, ну, активно участвует в этом диспуте. Слушайте, а ведь Толяндр, даже смотрите, движением его правой руки, указательным пальцем, он говорит, что... Он на топор показывает. Он говорит, что вот действительно это главный символ этой картины. Топор. То есть вот я к вашему пафосу. То, что Толяндр вот именно и видит, что так как топор, это что? Это топор палача или это инструмент строительный? Да, я думаю, что в топоре... скрыта во многом формула нашей истории. Очень многие преобразования сделаны в образе государства. Здесь Петр явно триумф государства, государством и при помощи силы. Силы. Да, сила в российской власти, топор в российской власти. Или, как о нем писали книги, называли «державный плотник». Опять речь о топоре, да? Вот. То мореплаватель, то плотник. Да. Ну, в принципе, много чего о Петре написано, но я вот эту картину люблю, то, что она пробуждает интерес и проблематику у зрителя, у ученика, у студента. Ну, с вами надо согласиться, что такого интеллигентного Петра вот мы нигде не увидим. Так я бы нигде. Тут бы не согласился. Тут Петр, конечно, очень такой, ну, знаете, какой-то... Нет, ну, слушайте, это профессор, это декан исторического факультета, посмотрите. Ученый. Это такой по персонажам, если взять вот четыре... Хотя лакированных Петров немало. И памятник наш, великолепный памятник. Но ведь, извините, это же идеалистическая подача Петра. Шемякинский памятник в Петропавловской крепости, он более реалистичен. Потому что Петр был действительно двухметрового роста. Здесь очень широко. Плечи узкие. И узко там, где мозг. 37-й размер обуви. Голова как ядро, очень рано облысевшая. Вот. Конечно, у него не было такой шевелюры. Это старинная проблема. Живопись и руководитель страны. Это так же, как Ленин и Сталин при очень невысоком росте на всех картинах выше всех. Это естественно. И образы их поданы очень идеализированно, поскольку Сталин был практически инвалид, левая рука не двигалась, лицо рябое, изъеденное оспой, волосы редкие, а на всех фигурах... Я уже не говорю о Ленине, который не отличался могучей фигурой и даже пропорциональной фигурой, но на всех
так сказать, скульптурах, во всех картинах. Это какие-то гиганты античные, античные гиганты. Это вот та же проблема, не новая и не только российская. И не только российская, потому что люди предпочитают такого Петра. Они не любят Шемякинский памятник, они фотографируются около него, но людям нужен руководитель мощный. Вот примерно такой, как снят был и в фильме о Петре Первом, который очень понравился Сталину в свое время, и в романе Алексея Толстого. Петр, конечно, такой титанического характера человек. Вот. Хотя на самом деле, естественно, он таким не был. Есть очень много отзывов. Лев Николаевич Толстой в дневнике написал по этому поводу. «Нами правили вечно пьяный Петр, распутная Екатерина, лживый Александр I. Правит нами ныне гусарский офицер». Это о Николае II. Ну вот еще один петровский след в Музее изобразительных искусств Республики Карелия. Это картина «Петр с Минервой». Угу. Знаете, когда-то эта картина висела в кабинете у коменданта Петропавловской крепости. Да что вы! Да. В ней, значит, есть какое-то жуткое содержание. Ну, висела в кабинете у коменданта тюрьмы. Так вот, значит, я хочу обратить ваше внимание на то, что Петр изображен, казалось бы, с богиней мудрости Минервой. Но в образе Минервы здесь, конечно, очень проглядывается Екатерина I, ее пышногрудый облик, ее лицо. Здесь, конечно, тоже есть элемент диспута, элемент, я бы сказал, провокации, потому что Петр сделал первой императрицей России другую Екатерину, походную женщину. Она, Марта Скавронская, она в обозе была прачкой. Ну, я думаю, что, как свидетельствует история, у нее были еще ряд функций. И вот эту походную дешевую женщину он делает императрицей России. Не издевательство ли это над Россией, не характер ли Петра вот такой вседозволенности? Слушайте, Россия ведь не очень заботится о том, что о своем облике. А художник ей еще и придал образ богини мудрости. Говорят, она неграмотная была. Она еще умудрялась Петру изменять, буквально, вот, можно сказать, не отходя от кассы. Безусловно, у меня отношение к этой женщине неоднозначное. Она помогала великим свершениям Петра. Она, кстати, успокаивала его во время его буйных приступов. Она имела на него такое позитивное влияние в плане здоровья. Она родила ему детей, вот, но есть в этом какая-то вот такая дихотомия, двойная, подкладка, потому что вот такая у нас история. Вторую подкладку, и, наверное, и любил комендант, потому что вот этот сексапил, который выписан художником, видать, ему больше всего и нравился. Посмотрите, и Петр здесь изображен, между прочим, достаточно, вот, ну, простите скупо, ли? Скупо, упрощенно. Высокий лоб и примитивно. Довольно... Примитивно. Да. Даже на грани скупо, примитивно. Да. А вообще по интеллекту, вот контрастируя с предыдущей картиной-то, а, здесь ведь извилин мало в этом лице. Ну да, и в принципе здесь, конечно, вот может быть адресован вектор художника на женскую фигуру Минервы, богини мудрости, которая его вела по жизни. Да? Михаил Ильич, пошловатая картина, не согласитесь.
Да, наверное, поэтому и автор неизвестен. Но, вы знаете, она историку очень интересна. Она, может, искусствоведу, искусствовед в ней видит немного. Но историк, конечно, знаете, если писать историю России, это будет книга под названием «Диспут на каждом миллиметре».